10 ноября прошел конкурс на лучшее студенческое объединение студенческого городка. Ребята сразились с другими командами в конкурсе председателей «Биатлон», «Заседание студсовета», «Защита проекта», каждый из которых активисты прошли достойно. Наш студенческий городок неповторим. Именно здесь все делают вместе и сообща. Студенческий городок Южно-Уральского государственного университета отличается от других студсоветов тем, что нас всегда объединяло единство. Наш девиз звучит так, что мы одна семья, одна команда, мы делаем все вместе, все сообща, и именно это приносит нам хороший результат. По итогу двух дней определились победители. Юргу занял первое место среди студсоветов города Челябинск и 6-е место по Уральскому федеральному округу. Отличный результат от нового состава. Я считаю, для такой результат для команды, которая собралась совсем недавно, очень достойно. Несмотря на то, что у нового состава совершенно не было опыта в конкурсе подобного масштаба, все ребята справились на все 100% и практически с нуля заняли первое место в Челябинске. Ребята в полном восторге от мероприятия и уже заряжены на следующий год. А самое главное, они получили бесценный опыт, который поможет им в дальнейшей деятельности студгородка. Нравится сам формат мероприятия, его организация. Так как мы участвовали первый раз в данном конкурсе, то мы, в принципе, посмотрели, что он у себя представляет, выделили все плюсы и минусы, как стоит готовиться, как не стоит готовиться, что лучше говорить, что лучше не говорить. И в следующем году, я думаю, мы также покажем достойные результаты. Каждым из конкурсов Юргу показал себя на все 100%. Конкурс «Биатлон» предполагал проверку председателя на их компетенцию и их умение отстаивать свою позицию. Заседание студсовета – проверка участников на умение дискутировать. Защита проекта предполагала умение конкурсантов нестандартно мыслить и реализовывать свои идеи в реальность. Всего волнение вызывало этап конкурса «Визитная карточка», ведь там все команды показывали себя с лучшей стороны, показывали, насколько они изобретательные и творческие личности. В дополнение к общим результатам конкурса хотелось бы добавить, что студгородок Юргу занял 3-е место в конкурсе на лучший ТикТок, а также 3-е место в конкурсе председателей «Биатлон». Молодцы!